В Ярославле избавляются от аварийных деревьев. Они уже неоднократно падали из-за шквалистого ветра, поэтому работа усилена. Сегодня опиловка началась в Павловской роще. В парке больше 5000 деревьев. Спилить необходимо 120. Это исключительно больные деревья. Прежде всего у нас идет, конечно, выбраковка сухостоя тех деревьев, которых просто необходимо для безопасности граждан срубить. В любом случае работы будут производиться пока только вдоль дорожек. То есть в глубину мы тоже не полезем, не пойдем, потому что там все-таки это подлесок, это все-таки охраняемая зона. В горзеленхозстрое отметили, что в этом году аварийных деревьев много, так как они плохо перенесли зиму. Больше всего проблем в частном секторе, но встречаются больные растения даже в зоне ЮНЕСКО. Порядка 1000 спилено.